Ивановский театр кукол подготовил премьеру. Спектакль «Три медведя» – это история для самых маленьких зрителей о любознательной девочке, которая оказалась в гостях у целой семьи косолапых. Театральная постановка получилась богаче привычной сказки. Режиссер добавила в нее новых героев, немного путаницы и загадок. Пришла девочка в домик, там что-то поела, что-то разрушила и так далее. Вот. А мы хотели бы сделать для малышей знакомство с тем, что бывает в лесу. Кто живет в лесу? Ежик, например, белочка, например, лягушки и так далее и тому подобное. То есть путешествие Машеньки через лес к этому домику – это целая такая бродилка для детей, когда они знакомятся с окружающим миром. Вот, поэтому она в чем-то даже вот может быть образовательная. Главная героиня за время спектакля непременно станет близка всем зрителям в зале, ведь она на них так похожа. Любит узнавать новое, по-детски непосредственно и очаровательно. Маша у нас отличается от той Маши, которая в мультике, потому что она у нас девочка воспитанная, несмотря на то, что ей еще не так много лет, нам всего 3 годика, да, не 3 года. Вот, она у нас воспитанная, умная, любознательная очень. Вот, с правилами поведения она знакома. Сидел на моем стуле и сдвинул его с места! А кто сидел на моем стуле и сдвинул его с места? А кто сидел на моем стульчике и сломал его? Перчаточные куклы в этом спектакле работают на ширме. Художник Любовь Болдырева очень вдумчиво потрудилась над цветами. Герои, как иллюстрации, со страниц очень хорошей и качественной книги. Разглядывая их, ребенок начинает фантазировать и углубляться в суть действия. Спектакль рассчитан на детей с 3 лет. Именно в этом возрасте рождаются зрители. Кто впервые приводит ребенка в театр, подготовьте его, пожалуйста, прочитайте сказку. Придите и подготовьте к тому, что ребенок попадает совершенно в другую атмосферу. Он находится среди огромного количества незнакомых людей. Включается свет, звучит громкая музыка и так далее. Это не мультфильм, который можно выключить, поговорить громко с ребенком. То есть, в принципе, мы все время воспитываем не только детей, но и наших мам и пап. Мы очень рады нашим зрителям, очень рады. Мы хотим, чтобы они приходили к нам уже готовыми зрителями. Премьера спектакля «Три медведя» состоится 23 и 24 ноября. Дорогие ребята, приходите к нам в театр. У нас премьера в субботу и в воскресенье. Мы вас ждем. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.